Ключевые вопросы, важные решения, итоги уходящего года, планы и перспективы. 17 декабря губернатор Самарской области Николай Меркушкин обратится с ежегодным посланием к депутатам губернской думы и жителям региона. По сути, это главный программный документ, который анализирует результаты деятельности публичной власти, а также определяет основные векторы общественно-политического и социально-экономического развития области и подробный план действий на ближайшие годы. Трансляции из зала театра оперы и балета, мнение экспертов и обсуждения в прямом эфире. Смотрите завтра на телеканале «Губерния» и на нашем сайте губерния.tv.ru. Начало в 11:45.